Привет, друзья! Вы знаете, в свое время очень было модно, СБУ постоянно задерживало каких-то террористов. Они вот-вот уже должны были совершить теракт, уже вот чуточку, вот по чуть-чуть. А их раз и задержали, знаете. Одна женщина там должна была оставить сумку и сама с ней подорваться. Там. Второе тоже там шахид, знаете, христианский шахид. И вот они постоянно хотели совершить какие-то теракты, но СБУ постоянно предотвращало. И нам постоянно рассказывают про теракты. Теракты, возможно, теракты, скопление людей, теракты, опасность. Поэтому мы вас, как скот, загоним вот в это в ограждение только для вашей безопасности, потому что теракты. Все планируют теракты. Смотрите, вот это вот видео видели сотни тысяч человек. Да, сотни тысяч человек. Это батальон ОУН. Батальон ОУН, у него офис, располагается в центре города Киева. И в центре города Киева полиция штурмовала их офис, и эти кадры широко разошлись, все. А вот это вот было до штурма. Ну, здесь ничего такого особенного, человек просто зигует. Ну, позиговал на 9 мая в центре Киева, да и ладно, тут как бы ничего. А может быть, просто руку задело, знаете, просто такая. А вот эти вот кадры тоже видели сотни тысяч человек. Давайте присмотримся. А что это он делает, а? Он целится в толпу из гранатомета. Он не выстрелил из гранатомета, я не знаю по каким причинам, возможно, знаете, передумал. Или просто настроения не было стрельнуть и положить, ну, я не знаю, сколько людей погибло бы от этого выстрела. По мирной демонстрации из гранатомета в центре Киева. В офисе батальона ОУН, как я понимаю, такого добра немало. Там, наверное, не один гранатомет, правда? И там, наверное, много ништяков, которые могут забрать жизни у десятков, то есть сотен людей. МВД задержало патриотов, понятно, уже отпустило, да и все. И как бы и резонанс же пошел, за что это патриотов задержали, все такое. Мне интересно, а вернули им вот эти вот вещи, из которых они целились в людей? И если бы он все-таки выстрелил, вот знаете, сзади кто-то подбил руку, он взял, да и шмальнул, там дети шли. Да даже если бы там не дети шли, в центре города Киева, вот это и называется терактом. Что это за гранатомет вообще? Откуда взялся? Волонтеры, да, привезли, доставили, да, с фронта вместе с пробитыми касками. Что это такое? А вы знаете, там стрельба была там по какому-то консульству, да, вроде как с гранатомета стреляли. Много такого в центре города Киева? И почему МВД не докладывает, сколько изъято вот такого вот в офисе батальона ОУН, героического батальона, который, как я понимаю, нашпиговал центр города Киева оружием? Занимательно, да? Слушайте, еще, вот там вот иностранные всякие приехали к нам на Евровидение, им вы этого не показывали? Нет?